И снова здравствуйте, с вами Алексей Рябков в программе «Время разобраться». Со мной Иван Леонидович Саманба, заместитель прокурора Пушкинского района. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги. Сегодняшняя тема, значит, разъяснение законодательства будет посвящена достаточно актуальному вопросу. Это право граждан на обращение в органы государственной власти, местного самоуправления и в том числе прокуратуру. В органы прокуратуры. Да, про это право многие люди знают, но до конца не умеют им пользоваться. Да, вот очень часто граждане, к сожалению, имея соответствующие права, не в курсе о том, как ими пользоваться, что нужно сделать, куда обратиться. Поэтому хотелось бы кратенько осветить проблематику, связанную с рассмотрением, с порядком рассмотрения обращений, и акцентировать наболевшие для граждан, наверное, вопросы, которые каждому не помешает знать. Первое. Нужно понимать, что все органы власти и местного самоуправления, а также организации и учреждения, которые выполняют отдельные публично значимые функции органов власти, да, это медицинские поликлиники, здравоохранение, значит, учреждения образования, на них всех распространяются положение федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан, который подразумевает, что, первое, любой гражданин может обратиться как письменно, как устно, так и через интернет приемные, электронные, так сказать, способы обращения в любую организацию для получения интересующей или волнующей его, так сказать, информации или для решения соответствующего вопроса, который беспокоит, а также сообщить о нарушениях его прав или прав других лиц для, соответственно, изменения ситуации, восстановления нарушенных прав и защиты, собственно говоря, гражданина. Вот. Хочется обратить внимание, что право граждан, оно обращаться, оно осуществляется бесплатно, то есть любой орган обязан в установленном порядке рассмотреть поступившее обращение. Если это письменное обращение, оно регистрируется в течение 3 дней со дня поступления, и в течение 30 со дня регистрации на это обращение должен быть дан ответ. Но иногда граждане не в полном объеме сообщают информацию о сути беспокоящих их проблем, да, и это тоже является препятствием для того, чтобы уполномоченный орган дал мотивированный, грамотный, законный ответ. То есть мало правильно подать заявление, да, нужно и правильно его составить, чтобы было по существу, нужна информация там была. Чтобы была необходимая информация, понятно, кем, когда нарушены права и что, собственно говоря, гражданин хочет. Кроме того, обязательно нужно указывать свою фамилию и имя отчества, ну, отчество при наличии, и адрес, куда может быть направлен ответ. Это может быть почтовый адрес или адрес электронной почты. Без этого, к сожалению, да, гражданин не сможет получить по объективным причинам соответствующий ответ, ну и решить свою, наверное, проблему. Считается датой ответа, когда человек получает письмо или когда письмо было отправлено? По закону считается, что 30-дневный срок орган должен направить ответ. Но учитывая, что действительно есть проблемы с почтовой корреспонденцией, поэтому быстрее, конечно же, ответ доходит по электронной почте. Если гражданин указывает свой электронный адрес, он в 30-й день в обязательном порядке получит на электронную почту, собственно говоря, ответ на свое обращение. Поэтому лучше, конечно, указывать, ну, удобнее, наверное, указывать электронный свой адрес. А сегодня как законодательство относится к электронным документам, не снабженным электронной подписью? Ну, что если бумага, там понятно, подпись, печать. А если ты получил письмо электронное, можешь ли ты потом это использовать в суде или где-то еще? На самом деле, те органы власти, у которых, значит, технически есть доступ к электронной подписи, они отправляют, соответственно, письмо на электронную почту с подобной визой. По сути дела, это является документом, подтверждающим, что, в общем-то, это решение того органа, который дал ответ гражданину. Естественно, гражданин может использовать и такой ответ для обжалования, если он с ним не согласится. То есть законом это не запрещено. И единственное, на что хотелось бы обратить внимание, очень важно, многие граждане этого не знают, при обращении
по электронной почте на сайт уполномоченного органа. Значит, граждане, поскольку многие не имеют, значит, регистрации, не имеют этой электронной цифровой подписи, желательно в этой ситуации указывать свои реквизиты, телефон и иные данные для того, чтобы тот орган, например, вот Роспотребнадзор, когда получит сообщение гражданина о том, что в определенном кафе нарушают санитарные эпидемиологические нормы, соответственно, для того, чтобы этот орган мог провести проверку внеплановую, в данном случае коммерческой структуры, он должен иметь подтверждение, что именно это обращение исходит от конкретного заявителя. При наличии телефона, как правило, как показывает практика, уполномоченные лица Роспотребнадзора связываются с заявителем, протоколируют, что это действительно не анонимное обращение, а есть такая проблема, и они ее решают по итогам. Вот поэтому здесь нужно как бы максимально указывать свои данные для того, чтобы орган проводил соответствующие проверочные мероприятия. Вот. Ну и также хотелось бы обратить внимание, что очень часто граждане, думая, что все вопросы решает прокуратура, вот, обращаются в прокуратуру, но есть ряд органов, которые занимаются, например, жилищными правами, трудовыми. Это гострудинспекция, значит, государственная жилищная инспекция. Медицина еще. Да, и комитет по здравоохранению и так далее. В результате такие обращения, поскольку есть уполномоченный орган, они направляются прокуратурой по компетенции, и что приводит к определенному затягиванию срока решения, окончательного решения проблемы человека. Поэтому если есть четкое понимание, куда обращаться, лучше напрямую, минуя прокуратуру, обращаться в этот орган. Но если все-таки человек обратился в прокуратуру, то, соответственно, мы уведомим о том, значит, что будет по этому обращению, куда оно будет направлено, если оно не входит в полномочия прокуратуры. Вот. И также хотелось бы обратить внимание, что значит, не исключенный судебный порядок обжалования действий тех должностных лиц или органов, которые не дают соответствующий ответ. Также установлена и административная ответственность за несоблюдение порядка рассмотрения обращений граждан. Это отсутствие четкой мотивации в ответе, непринятие мер в рамках полномочий по защите прав гражданина, ненаправление ответа или нарушение срока направления ответа на обращение. И ответственность, она предусмотрена административным кодексом об административных правонарушениях. Сумма штрафа составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Это именно в отношении должностных лиц. Поэтому, если граждане обращаются и не получают соответствующий результат, вот по этому вопросу за, так сказать, нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, нужно обращаться в органы прокуратуры по месту нахождения, значит, того органа или должностного лица, который нарушил право гражданина на обращение. Потому что вопрос ответственности административной и привлечения этих лиц, он в исключительной находится в компетенции органов прокуратуры. То есть, например, налоговая служба, там, не знаю, Московского района, предположим, не ответила заявителю, гражданину на обращение, значит, и нарушила тем самым порядок, установленный законом. Это здесь следует соответствующая административная ответственность, как я указал выше, и это компетенция прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга. Вот. Ну и так далее по другим органам. Учитывая большие сроки рассмотрения и большие сроки ответа, могут возникать такие анекдотичные случаи, которые мы столкнулись вот в этом году, когда на запрос граждан, что вот уберите снег, да, ответом был в апреле, что ну да, снег убрали. Ну, конечно, он сам растаял. Как в таких ситуациях действовать и как, ну, добиваться ответственности? Ну, здесь действительно, да, смехотворная получается ситуация. То есть человек в январе обратился, в апреле получает ответ. Ну, однозначно, и здесь налицо нарушение, потому что, еще раз говорю, законом определен срок для подготовки ответа за гражданину, да, это 30 дней со дня поступления. Вот. Если в этот срок гражданин не получает ответ, налицо, значит, какой-то сбой в работе того органа, куда он обратился. И да, подобные обращения бывают.
Значит, мы, конечно, стараемся помочь, но действительно, если снег растаял, как бы, и орган об этом пишет, но это как бы тоже недопустимо. Он должен был в те сроки, которые, когда была у человека проблема, и гражданин обратился, в эти сроки месячные он должен был принять меры. Если там действительно какая-то патовая ситуация, он должен был незамедлительно решить эту проблему. Кроме того, закон он дает право выехать на место, пригласить заявителя для рассмотрения, разобраться в этой ситуации. То есть, а не просто в кабинете сидеть и пытаться как-то на бумажным образом решать эту проблему, тем более такого рода. Поэтому по таким фактам нужно обращаться к нам, чтобы мы уже занимались действительно полнотой реализации полномочий органами, которые, к которым граждане обращались и от которых подобные, собственно говоря, ответы, кроме как недоразумения, наверное, не сказать, получали. Поэтому бояться не нужно, нужно реализовывать свои права и понимать, что если пассивно к этому подходить, к сожалению, как показывает практика, результат он практически нулевой. Поэтому здесь должна быть и гражданская тоже активность. Граждане должны понимать, что у них есть такое право. И причем, подчеркиваю, в законе прямо прописано, прописан запрет на преследование гражданина за его критику по поводу нарушение его прав, и в том числе органов власти, которые где-то по каким-то причинам не дорабатывают. То есть преследование гражданина законом запрещено. То есть гражданин может, если его действительно проблемы беспокоят, обращаться бесчисленное количество раз для того, чтобы как-то разобрались в этой ситуации и помогли. Но если это не дает результата, здесь, конечно, должны есть свидетельствует о возможном нарушении со стороны уполномоченных структур. И здесь гражданин должен в органы прокуратуры, наверное, сигнализировать для того, чтобы мы уже как-то подключались и могли помочь разобраться в этой ситуации. То есть критиковать можно, ругать нельзя? Да, здоровая критика. Но если действительно снег не убрали, гражданин говорит, я вам один раз написал, ни привета, ни ответа, второй, третий, сколько можно? Действительно, я считаю, что вы не работаете, работаете некачественно. Здесь здоровая критика, она не мешает, она наоборот позволяет проанализировать, понять ситуацию и начать ее решать, наверное. И последний, наверное, вопрос. Иван Леонидович, по Пушкинскому району какая статистика обращений? То есть по каким вопросам обращаться чаще? Я вам отвечу. У нас действительно за это полугодие 2019 года поступило более 3000 жалоб. Это там небольшой процент снижения у нас есть по количеству. А основной объем был, конечно, это следствие дознания, там более 1500, если не ошибаюсь. И, конечно же, основные наболевшие вопросы – это сфера ЖКХ, трудовые права, судебные жалобы на судебных приставов, и ряд других единичных жалоб. Вот на медицину, например, это, можно сказать, что на качество медицинских услуг единичные жалобы, 5 или 6, то есть за истекший период, это действительно немного. Но, конечно, когда в первом квартале текущего года были проблемы по снегу, по уборке, жалоб, конечно, было очень много. Особенно граждане активно использовали электронный способ обращения. И по этим жалобам мы, соответственно, и работали, и понуждали других структур подключаться к решению. Но, слава богу, удалось не допустить коллапса, а отреагировать, помочь. По сосулькам особенно были моменты, когда был риск. Здесь мы активно и управляющие компании, и администрацию района ориентировали на то, чтобы они оперативно по проблемным адресам выходили и в субботу, и в воскресенье, и решали эту проблему. Но, к сожалению, были случаи, когда 2 или 3 машины пострадали, были пострадавшие несколько граждан, но, слава богу, смертельных каких-то случаев не было. Такие проблемы существуют. Они не только присущи Пушкинскому району, а в целом городу. И, несмотря на эти погодные условия, здесь должны все мы быть готовыми, чтобы их решать. Да, а не говорить, что снег выпал, извиняюсь, зимой, и вот так получилось. Нет, надо все-таки заниматься этим и работать. То есть у прокуратуры, в конечном счете, контролирующая функция исполнения законов. И для того, чтобы
граждане получили качественный ответ на свой запрос, они должны, ну, помочь прокуратуре в этом, да, дать необходимую информацию, дать информацию о нарушениях, дать информацию о том, кто обратился, на кого обратился, да, чтобы для работы вам было, ну, полностью даны вся информация, которая нужна. Да, действительно, это тоже помогает, потому что мы понимаем, что мы сами проверяем органы, которые рассматривают обращение, но в то же время сигналы от граждан, они тоже более глубже помогают понять проблематику. Вот по жалобам анализируем ситуацию в целом, да, состояние законности в той или иной сфере. Если у нас скачок по сравнению с прошлым годом жалоб там на... в сфере ЖКХ, значит, мы понимаем, что недоработки соответствующих структур в данной сфере. Если, наоборот, снижение, а рост по какому-то другому направлению, и мы переориентируем вот таким образом надзорные мероприятия, в том числе тех органов, которые должны заниматься этим вопросом. И мы понимаем, что здесь проблема. Раз жалобы пошли, значит, здесь проблема. Надо глубже взглянуть, надо погрузиться в нее и, соответственно, решать. Что ж, спасибо вам за вашу работу, спасибо, что контролируете защиту прав граждан и делаете свою нелегкую работу. А с вами был Алексей Рябков, со мной в гостях Иван Леонидович Саманба. Спасибо всем, кто был с нами. До встречи. Спасибо. Пока.